Чеканить футбольный мяч не хуже профессионалов, а также забивать красивые голы. Воспитанники Ивановского детского дома имени Александра Матросова накануне Нового года получили шикарный подарок. В гости к юным спортсменам приехали футболисты Ульяновской «Волги». С такими детьми нужно общаться, и, во-первых, и для нас, и для них главное это, наверное. Потому что им, наверное, не хватает здесь такого общения. И приятно видеть, что и им интересно с нами играть, и нам тоже интересно. Братья Рахмановы Денис и Дмитрий, а также представитель футбольной династии форвард Георгий Заикин. Именно они приняли участие во встрече с детдомовцами. Час, проведенный в спортивном зале, пролетел как одно мгновение. Но стороны успели сыграть пару товарищеских матчей, которые, как водится в таких случаях, завершились дружеской ничьей. Мы играем в футбол, ездим, выигрываем хоккей, также велобиатлон у нас проходит. Каждый раз мы в тройке призов. Также спорт у нас это на первом месте. Клубные шарфы, вымпел символик Ульяновской «Волги» и сладкий торт в виде футбольного поля. Конечно, игроки «Волги» приехали к детям не с пустыми руками. Уже за столом во время чаепития спортсмены пригласили детей на свои игры в чемпионате России, а также предложили организовать свой отдельный фанатский сектор. Вот это один из основных социальных проектов, и мы вместе с Ассоциацией приемных семей назвали его «Счастье ребенка в наших руках». Ну, действительно, оно в наших руках. И футбольный клуб остался неравнодушен к этой акции, поэтому мы как можем делаем детей счастливее. Подобных социальных проектов «Футбольная Волга» в уходящем году запустила несколько. Они направлены не только на дружбу с воспитанниками детских домов, но и на поддержку ветеранов спорта, на привлечение болельщиков на трибуны. Народная команда, каковой всегда считалась ульяновская дружина, еще больше стала народной. Она не только играет, но и живет для своих поклонников. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».